Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня новый проект без вложений. Это Books Profit Starter, как-то так называется. На просмотре сайтов рекламы, ну, обычный Books. Значит, что он нам предлагает? Бонус на удачу. Испытай удачу каждый час, получай бонус от 1 копейки до 5 рублей. Просмотр баннеров, серфинг сайтов и партнерская программа 40%. Регистрация здесь очень простая. Я на ней зацикливаться не буду. Я уже зарегистрирована. И сейчас зайду. Так, панель управления. Так вот наш букс выглядит изнутри. Это панель управления, здесь наша статистика. Далее, что у нас здесь еще? Вот, мои рефералы, вкладочка. Здесь наша партнерская ссылочка и баннеры. Далее, бонус на удачу. Ой, ну ладно. Бонус на удачу, не туда я зашла. По порядочку хотела, нажала. Давайте бонус я не получала, я только зарегистрировалась. Сейчас посмотрим. Так, перейти. Угу. Здесь я не перейду, мне надо переходить на другой браузер. Автомобили. Потому что мне здесь с рекламой никак на Гугле. Может, сейчас повезет с рекламой, с этой капчей. Угу. Ждем несколько секунд. И пропустить рекламу. Угу. Вам начислено. Что мне начислили здесь? 0,01 копейка. Ну, ясно. Так, это идет на баланс для вывода. Значит, в настройках. Здесь прописываем свои кошельки. Платежные системы Payeer и WebMoney. Далее прописывайте свои кошельки. Вставляете пароль. И нажимаете сохранить. Значит, ну а здесь для... Так. Здесь вот все, если вы хотите свою рекламу разместить. Идет добавить ссылку. Мои ссылки. Но это кто хочет рекламировать свои проекты. Так, бонус на удачу мы посмотрели. Просмотр баннеров. Значит, ну довольно-таки много баннеров здесь. Значит, ну давайте одну. Нас перебрасывает на страничку. Идет таймер. Засчитываются здесь 0,03 копейки. Я считаю, что это для букса неплохо. И минимальный вывод здесь от 20 рублей. Значит, вот смотрим капча, да, 10. Ищем циферку 10. Вот, вам начислено 0,0342. Закрываем страничку. Дальше. Серфинг сайтов. Так, тоже по 0,03. Какую-нибудь бы коротенькую нажмем. А, все равно все по 15 секунд. Капча простая, скрытых реклам нет. И опять 54. Ищем циферку. Нам засчиталось. Переходим на сайт. Так, и что еще здесь? Здесь вот есть глубокий серфинг сайтов. Не знаю, будете вы здесь просматривать или нет. Здесь, в общем, очень долго. Значит, смотрите. Для получения вознаграждения нажмите на любую из рекламных ссылок.
рекламный сайт откроется в новом окне. Ну, здесь сами просмотрите. Я чисто вам покажу, как. Здесь очень долго, по 45 секунд. Так. Значит, ну что? Нажимаем. Нас перебрасывает на страничку. Должны эту капчу сначала разгадать. Так, что у нас 79? Разгадываем. Перебрасываем на страничку. Опускаемся ниже. И вот это нам надо, вот эта страничка. Нажимаем начать. Оставайтесь на странице до окончания таймера. Значит, мы ждем, пока вот эти секунды пройдут. Далее нам попросят, чтобы мы перешли по любой из этих ссылочек. Мы переходим. Это очень долго. Я, наверное, мне времени не хватит на это. Далее мы переходим. Опять мы нажимаем начать. Вот это вот окошко нам надо. Опять 40 секунд. Или сколько там, 45 секунд. Потом нам скажут просмотреть, сколько, 5 сайтов нам надо, чтобы нам засчитали, по-моему, 12 копеек. Ну, в общем, сами тут разберетесь, ничего сложного нет. Это по желанию. Кто захочет уже, мне на это время не хватит. У меня есть только баннеры и серфинг. Вот, потому как работы очень много у меня. Ну, вот у меня уже на балансе 13 копеечек. Ну что, вот такой вот букс. Кому интересно, присоединяемся без вложений. Как набирается 20 рублей. Вот здесь есть вопросы-ответы. Можно ознакомиться. Вот, могу ли я зарегистрировать несколько аккаунтов? Нет. Так, выплата средств осуществляется в течение 24 часов. И Payr, и WebMoney. Ну, ага, заработанные деньги можно вывести при достижении 20 рублей на балансе. От 20 рублей. Зарабатываем 20 рублей и проверяем на вывод. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.